9 мая 1945 года – священная дата в истории человечества. Этот день – символ человеческого героизма и патриотизма, гордость тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Наш долг сегодня – быть достойными поколения победителей, не позволять разжигать новые мировые конфликты, чтить память погибших и заботиться о ветеранах. Сохранить мир во всем мире. С Днем Великой Победы! Ура!